Международный женский день в Ивановской области выдался криминальный. 8 марта в Тейкове дочь зарезала отца. В одном из ивановских баров подвыпивший посетитель открыл стрельбу из пневматического пистолета, в результате чего 3 человека получили ранения. В отделении для безнадежно больных туберкулезного диспансера обнаружен труп пациента с ножевым ранением. Среди прочих следствием рассматривается версия суицида.